Всем привет, с вами Полтем. Добро пожаловать на канал, и мессенджер — это то, что сейчас используют абсолютно все люди. Если вы пользуетесь WhatsApp, Line, Kik, Viber или WeChat и при этом купили новое устройство, то есть вариант, как можно перенести всю информацию и чаты из старого устройства в новое, буквально за один клик, без всяких резервных копий и всего такого. В этом поможет приложение под названием iCareFone, и эта программа позволяет делать резервные копии, восстанавливать резервные копии и также переносить данные чатов в различных мессенджеров. Работает все реально просто. Давайте посмотрим на эту программу ближе. И, конечно, оцени видео пальцем вверх и также подписывайся на канал. Давайте, например, посмотрим на WhatsApp. Для этого выбираем этот мессенджер, и здесь сразу мы видим передачу данных WhatsApp между двумя устройствами. То есть как это работает? Вы можете подключить к приложению, к вашему компьютеру одновременно два устройства. Это может быть два iPhone, iPhone и iPad, iPhone и Android, Android и iPhone и так далее. То есть неважно, любые два устройства. И после этого вы внизу нажимаете на кнопку «Передача». Начнется процесс передачи данных WhatsApp с одного устройства на другое. То есть так вы сможете реально быстро перенести данные, диалоги и чаты с, например, старого устройства на ваше новое. Также имеется возможность сделать резервную копию. Это сделает весь бэкап ваших данных из мессенджера на ваш компьютер. И после этого, через просмотр и восстановление из копии, вы сможете восстановить ваши диалоги уже на другом, совершенно новом устройстве. Такая же история с Line, Kik, Viber и WeChat. То есть здесь вы можете делать резервные копии, чтобы они хранились. Это будут копии и ваших изображений, видео, чатов, диалогов и так далее. И после этого вы в любой момент можете восстановить эти копии на ваших других устройствах. Работает все четко, так что если вы пользуетесь мессенджерами и, например, не хотите потерять ваши данные и переписки, то обязательно скачайте приложение iCareFone, тем более, что есть бесплатный пробный период, и пользуйтесь смело. Ссылка будет в описании к этому видео. На этом все, ребят. Если вам понравился выпуск, оценивайте его пальцем вверх, подписывайтесь на канал. Пока!